Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и это The Sims 3. Да, это новость на канале, который мы с вами так ждали, потому что сегодня на стриме, ну уже можно сказать вчера, или не знаю, когда я выложу эту серию, мы с вами решили поностальгировать и поиграть. И вот, я скачала Sims, и вот, пожалуйста, это наш новый летсплей, и давайте начинать. Итак, это наша семейка Дельвик, давайте я вас познакомлю с персонажами. Она состоит из двух персонажей и одной кошки, точнее одного кота. Это Стефани Дельвик. Так, она у нас близнецы, вот ее черты характера. Так, она любит рэп, пирог с картошкой и трюфелями, и ее любимый цвет черный. Да, ее мечта всей жизни — это мастер мистицизма. Да, вот такую черту у характера, ой, цель жизни я решила ей выбрать. Это ее дочка, зовут Ханна, она у нас дева, она любит хип-хоп, фалафель и ламы, вот это ее любимые. Это ее черты характера, у нее пока что нет мечты всей жизни. И это Тики, это котик, который живет у нас в доме. А это, собственно говоря, наш дом, я его обустраивала сама, правда, с кодом. Давайте мы не будем с вами там зацикливаться, потому что этот летсплей создан для того, чтобы поностальгировать и повспоминать, что вообще было у нас с вами в Sims 3. Ну что, давайте мы с вами поехали, начнем играть. Я надеюсь, что действительно ничего страшного не произойдет, если мы будем играть с кодом на деньги. Вот, и давайте начинать. Так, что у нас еще здесь с вами есть? Нам с вами, наверное, нужно на работу устроиться. У нас здесь есть... А что это такое? Тарелка у нас, окей. Так, это у нас что? Эликсиры. Окей, мне нужен этот цыганский вагончик, если он так называется вроде бы. По-моему, да, что-то я его здесь не вижу. А как мне начать эту карьеру? Угу. По-моему, мне если нужен этот вагончик, но я его что-то не вижу. О боже, что это? Это очень странно выглядит, очень крипово. Если честно. Да, может быть, он где-то в центре города? Нет. Я пока не вижу, что это у нас. Караоке-бар, мини-склад какой-то. Окей, а может быть, мы с вами можем это в измене города поставить? Потому что я не знаю, я не помню. Давайте посмотрим. Это, наверное, общественный участок же получается, да? Из сверхъестественного, да? Давайте поищем. Может быть, действительно здесь что-нибудь найдем, но нет. Это плохо. Так, ладно, теперь у меня вопрос. А можем ли мы менять мечту всей жизни? А может быть, мы с вами можем через телефон отправить резюме? В смысле? Это не то. Хорошо, у нас должна прийти газета. Окей, будем ждать газету. Так, ребенок. Что-то у нас тут. Кстати, вы мне, если что, пишите, потому что я много чего не помню на самом деле, и мы просто вспоминаем все, что вообще у нас здесь есть, так что вы особо не ругайтесь, если я чего-то не помню. Да, у меня сейчас очень такой главный вопрос, наверное, это как мне завести этого воображаемого друга. У нас же есть с вами уроки, да? По-моему, есть, да. Так, это у нас на В видеокамеры, это вот воображаемый друг. А, это вот такой малыш. Угу. Я понимаю, что он нам уже не придет, да? Ну да ладно. Так, у нас талисман. Да, кстати, когда наша Ханна вырастет, она отправится в университет, это 100%. Куда же без этого? Вот. Вы чё? В смысле обвинения. А вы чё у меня ругаетесь-то? Подожди, 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 не ругайтесь. Вы же одна семья. Давайте пообщайтесь. Потеритесь подушкой, выключите музыку, что он так орёт у вас? Прям вообще. Так, что у нас там у кота? У кота все нормально. О, кстати, у нас газету принесли. Чего у нас там? Как... А, нельзя уже посмотреть, да? Давайте пригласим. Приветственный набор, добавлен багаж семьи. Угу. Давайте посмотрим. Багаж семьи. Вот он. Окей. Узнать об университетской халяве, а я могу, по-моему, отправиться туда даже, да? Да. Но мне, к сожалению, сейчас этого не нужно. Мы с вами только потом туда отправимся. Да, у нас пока что деритесь, поиграть следующая тарелка, хорошо.
Мороженое, подружиться. Окей, пойдем поиграем, наверное. А, тебе нужно только со Стефани играть. Так, нам с вами нужно найти работу. Работа и профессии. Это работа или профессия? Потому что я не помню. Такс. А, у нас же еще комп есть. Бизнес, образование. Так, это не то. Давай еще раз. А, выбрать профессию. Стилист, акробат, сыщик. Это не то. И что мне делать? А, мы не купили лоток. Точняк. Вот я сегодня строила дом и думала, я точно про что-то забыла. И это лоток, естественно. А, лоточек. Если я тебя сюда размещу, по-моему, будет не круто, да? Давайте сюда вот его разместим, ладно уж. В туалете просто места уже нету. Там уже все занято у нас. Так, ну это на самом деле плохо. Окей, это кто еще там пришел? Не знаю, кто это. Не-не, к нам заходить не нужно. Люди и кошки. Конкурс «Лучший питомец». Пятница в... А, это очень долго ждать еще, да? В принципе, можно прийти. Это школа, стадион, знание и сила. Нет, нам это, соседи не нужны. Воспитывать. Давайте повоспитываем. Кстати, я хотела, чтобы у нас Стефани занималась магией, но что-то как-то, мне кажется, не получится. Да, потому что у нас не ведьма. Я, кстати, не знаю. По-моему, я точно помню то, что можно стать ведьмой, купив этот эликсир там специальный. Что происходит? Он загадочный портал, окей. Но это потом. Это попозже. Да, сейчас пока что не до этого. Давайте посмотрим. У нас ничего не получается. Я вот про это же так и подумала. Окей, давай мы, наверное, туда приготовим еду. Подать поздний завтрак, осенний салат. Хорошо. Что там ребенок делает? Ребенок. А у тебя может какие-нибудь внеклассные занятия? Балет. Пойдем на балет. Я помню, как я очень любила балет. В 73-м, да, это прям вообще. Это было одно из моих самых любимых занятий, наверное. Отлично. Супер. Стол для игр. Пойдем, наверное, сходим в туалет. У нас, кстати, еще и стиральная машинка. Да. У нас все круто. Мы можем съесть лошадную мармеладку, кстати говоря. У меня почему-то не работает автоматический режим. Ну, это пиратка, так что чем мы с вами? Мы с вами не переживаем. Это нормально, что такие баги происходят. Вот. А ты еду приготовила? Подожди, пошла она мне тут. Взять тарелку, давай, и иди, наверное, посмотреть телек. А, я так понимаю, вы не можете смотреть телек, да? Когда вы кушаете. Нет, кушать они, конечно, моментально. Опа, я слышу мороженку. Ту-ту-ту-ту. Да, вон она поехала. Блин, ну это, конечно, плохо, что нет этого цыганского вагончика. А переезжать в другой город только из-за этого как бы тоже не хочется. Я на самом деле не думала, что так будет. Ну ладно. Если как-то можно поменять мечту всей жизни, то вы мне, пожалуйста, об этом сообщите. Потому что я уже совсем этого не помню. Вижу, лошади бегают. Да, круто. Очень круто. Ну окей. Пока что оставим так. И мне нужно сходить в туалет. Игрушечная плита. Домик на дереве, серьезно. Я вообще не понял, чтобы здесь такое было. Домик на дереве. А где это все вообще искать? Наверное, где-то здесь. Да, вот. Куб на дереве. О, го купим. Подождите. Это можно цвета выбирать? Вот, давайте такой сделаем. Пусть буду так, вот так это я вообще уберу, но мне не нужно. Комплект для игры. А что еще там я хотела? Песчаный дракон какой-то. С ним можно играть? Обычная мастерская скульптора. Качели, футбол. Боже, как же здесь много всего. Здесь невероятно много всего, я бы даже так сказала. Ну ладно, будем потихонечку вспоминать. Будем обновлять свой домик. Вот. Классики даже есть. Жесть. Поле для игры в гольф. Как классно. Не, окей, мы с вами будем потихоньку так вот ностальгировать. У меня там есть какая-то игрушечная
плита. А, то есть она тоже может готовить, да, на ней? Надеюсь, то, что да. Давайте попробуем. Да, она может на ней готовить. Ванильные кексы. Иди. А ты иди в туалет сходи, давай, она сидит тут у меня, смотрит. Пойдем. В туалет? Вот у меня кто-то, песик у меня какой-то тут. Я не знаю, куда мы на самом деле устроимся. Мне нужна какая-то именно профессия. Устроимся там, где можем работать. А что здесь я могу занять? Я, да, купить лошадь? Нет, это я не хочу. Ладно, что-нибудь придумаем. И посетим эликсиры и товары Алистера. Это лошадь так носит? А, это машина. Я думаю, это лошадь так носится. Что там у нас у ребенка? Давайте посмотрим. Интересно, настоящие кексы будут? Я могу их есть? Да? Ну, круто. Отлично. А ты машину, да, забрала? Да, окей. Так, ребенок, ну поешь. Я надеюсь, ты наешься. Так, мы приехали, да? Да, мы приехали, вижу нашу машину, окей. Давайте посмотрим, что у нас здесь с вами есть. Мы можем изучать алхимию, кстати говоря. Купить колонку на стену. Давайте посмотрим. Пузырек джина прикосновение Мидаса. Так, это не то. Мощное просвещение. Не, ну джином мы не хотим, конечно, быть. Да, к сожалению, у нас здесь нету того, чего мне нужно. Ну да ладно, мы не расстраиваемся. Пчелки, кстати, здесь есть. Да. Нам нужно куда-то устроиться на работу. Куда, я вообще понятия не имею. Карьера музыка. Сходить в кино. Но работать в школе мне не очень хочется. Блин, мы на самом деле такой не особо классный город выбрали. Я просто, что первое в глаза попалось, то я и это выбрала. И что нам с вами делать? Куда нам с вами устраиваться? Карьеры я не буду точно брать. Кулинария. Закусочная. Здесь то же самое. Ратуша. Может быть, нам политику начать? Давайте пока что политиками побудем. Может, потом переедем как-нибудь. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, Ханна, что делаешь? Общаешься с кошкой? С котенком, с котом. Чистюля, и тебя нужно ругать, то, что ты торопит. Хотела начать ругать, зачем? Дать понюхать руку. Ну-ка, сиди, узнай о университетской халяве. Пойдем. Давай. В смысле, ты можешь поработать? А, я думаю, это для ребенка, я ж не поняла, думаю, чего. О, милые вещички. Отлично. Иди поиграй в песке. А мы идем сюда. И мы можем, в принципе, поизучать алхимию сейчас. Да. Ребенок наш не должен знать о том, что мы с вами немножечко ведьмочки. Да. Не нужно, чтобы об этом наш ребенок знал. Это такая тайна. Мне, кстати, очень нравится комнатка ребенка. Она прикольно очень выглядит, мне кажется. Вот. Так, ну что, пойдем почитаем, наверное. Давай. Читаем. Я, правда, не помню, зачем нам нужно, по-моему, чтобы варить всякие зелья. Вот. Нет, пока что не нужно на коленки прыгать. Она так классно роется здесь. Фаза Луны, это я помню еще. Просто посмотрите это милашество. Это так классно. Не ностальгия, это прям конкретная. Пойдем еще здесь поиграем. Давай поднимемся на твой домик этот. А здесь мы тоже можем играть? Нет, это просто украшение. Можем здесь поиграть? Угу, эликсиры. Хорошо. Опа. Вы посмотрите, как это классно. Это очень прикольно.
Так, хорошо. Мне, кстати, очень сильно нравится наша машина. Она очень такая стильная, модная. Прям вообще говорить. Давайте поговорим. И ляжем, наверное, уже спать, потому что наши персонажи все-таки только сегодня только переехали. Я думаю, что им нужно лечь спать. Пойдем воспользуемся туалетом и ляжем спать. Боже, двухэтажные кровати, как же я по ним скучала. Это вот прям просто отдельные, не знаю, отдельное наслаждение двухэтажной кровати для меня. Это просто что-то с чем-то. Так, это мне нужно убрать. Что мне здесь раскидались-то? Что это такое вообще? Нужно вот постирать вещи. Давай, все. Спим. Котейка, надеюсь, тоже спит. Где она у меня? Ну, конечно, нужно посидеть здесь, да, кот, скажи. Естественно. Так, давайте мотаем время. Нам в школу сегодня. А что там по внеклассным занятиям? Четверг, типа, у меня? Да. А, нет, это свободный денек. Болит у меня в понедельник, вторник и в четверг. Но в четверг будет свободный денек. Хорошо, а ты еще проснулась? Не-не-не, ты поспи, пожалуйста, еще. А, ты типа спать не хочешь? Круто. Не-не, поспать давай. До 7 утра спим. И ты тоже до 7 утра. Или до 7, там, наверное, мы тебя пораньше разбудим. Вот, и давайте пока что посмотрим. Может быть, эта цыганская штучка куда-нибудь приехала на цыганский вагончик. Так, вот только давайте без зависаний, чтобы на видосике не было никаких глюков. Вот, спасибо. Давайте порыскаем. Давайте только помотаем. Нет, я так понимаю, то, что оно должно не приехать, а быть как бы уже в городе изначально. Опа. Летний праздник на участке. А мы завтра учимся или нет? О, можно, кстати, сходить. О, походу здесь вообще туса будет. Так, нам еще рано просыпаться. Подождите, нам еще очень рано просыпаться. Во сколько ты идешь на работу у нас? Ой, на работу, говорю, в школу. А, с 9 вы учитесь. А, ну так они все, по-моему, с 9 учатся. Так, ну ладно, давайте тогда мы, наверное, все проснемся. Серьезно? А что так быстро-то? Подождите, 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 подождите. Я даже не успела понять, что происходит. Давайте скушаем йогурт. Ты тоже иди поешь салат, я не знаю. Откуда у меня эти штуки? Я их не покупала же. Странно. Ладно. Давай ешь. Вот так вот делаем, окей. Потихоньку вспоминаем вообще все. Как делается, что есть вообще. Тебя-то, в принципе, может и мама до школы довести. Летний праздник. Да-да-да-да-да-да. Все, иди, беги на автобус. А почему мы не можем сами на работу ездить? У нас же есть машина. Да, мы сегодня, наверное, обычно поработаем. Видите енота? Ой, я не знаю, где ты его увидишь. Да, окей. Так, ну что? Мы с вами до 3 учимся и до 3 работаем. Я думаю, то, что действительно можно будет пойти сегодня на летний праздник. Он вообще до 9 у нас будет. Мы по-любому успеем. Здесь у нас клуб даже какой-то есть. Класс. А, это мини-склад. Окей. Да, мы посетим обязательно летний фестиваль. Очень интересно вспомнить, что там есть. А я все еще жду этот цыганский вагончик. Все, я надеюсь, что он когда-нибудь приедет сюда, в наш город. Но мне кажется, что вряд ли. Это что-то у меня такое здесь. Таверна. Это что, это приют? Да, это городской приют. Отлично. Там, ты можешь немножечко побездельничать, что-то уж в самом деле. Давай. И ты скоро поедешь домой, да? Отлично. Хорошо, немножечко позаработали. Давайте, то как бы за дом-то нам нужно платить, счета-то будут приходить все-таки, в самом деле. Вот, теперь мы с вами приехали на машине. Прекрасно. А ребенка еще нет, что ли, дома, да? Походу, дело, да. Хорошо. Что-то нравится в Симсе, можно спокойно есть закуски, кстати говоря. И довольно-таки так наедаться. А, у тебя сегодня балет, ребятенок. Блин, это плохо, на самом деле. Ладно. Что-нибудь придумаем. Уметь делать плие. Это хорошо. Иди прими ванну, как-нибудь
приезжай. А, у тебя же велик есть, точняк. Не зря же я тебе его купила. Вот, давай. Опа, это что? Спаситель животных. Не, пока что мы не будем это выбирать. Как мне это поменять? Награды. Можно как-то в наградах купить смену мечту всей жизни? Ну-ка, 75 тысяч вообще жесть. Я не знаю. Пока что что-то я не вижу. Русалочье ламинарие. Не, нам не нужно. Не, что-то пока что я не вижу. Ну ладно. Цели. Так, ну что, мы, наверное, должны уже выезжать. А то что-то как-то мы немножко это опоздаем сейчас, по-моему. Посетить вместе с Ханной, да. Ханна, там поешь, давай, все, поехали, выезжаем на машине. А то уже скоро все закончится. Все, поехали. Приехали. Так, ну пойдем, ребенок, развлекайся. Тебе мы разрисуем лицо. Давайте единорог. Вот. Ну-ка, ты у нас иди позагорай. Ух ты, это такой туалет здесь. Ух ты. Или что это? Или не туалет? Нет, туалет. Классно, как он выполнен-то. Очень прикольно. Да, здесь, конечно, можно было очень хорошо поразвлекаться, но мы, к сожалению, опоздали. Не опоздали, точнее, а скоро уже все закончится. Пойдемте с Ханой сделаем фоточку. Просто кругосветное путешествие. Хана, ты идешь? Вы сделали, да? Ну все. Можно купить себе что-нибудь еще. Сцена какая-то, не сцена. У нас дождь, а здесь есть зонтики. Я просто вообще ничего не помню. А, ну конечно, даже ребенка оставила дома. Красава. Окей. Так, у нас это заработал свет автоматически, окей. Ну-ка иди постирай. А я хочу фотку повесить. Куда-нибудь вот сюда давайте повесим. Ну, только что же вешалось. Вот, отлично. Вот, класс. Класс, 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 класс. Давай постираем. Угу. И ребенок, иди тогда покушай. Рагу из моего, что? Фу, боже. С ума сошли. И давай ляжем спать. Я хочу, чтобы мы утром еще съездили в магазин эликсира. Возможно, там у нас приехали новые товары. Это было бы очень хорошо, на самом-то деле. Вот. И посмотрим. Может быть, там приехал эликсир для того, чтобы стать ведьмочкой. Было бы очень приятно, на самом деле. А я все еще хочу проверить то самое дело. Ну, вы меня поняли. А, он не один день идет. Свободный денек. Это что? Магическое представление. А во сколько, когда? Там было написано. Понедельник 20:00. А, уже все. Ну, не судьба, значит. У нас, кстати говоря, еще где-то здесь появляется единорог. По-моему, где-то здесь. Если я не ошибаюсь. Я это все очень хорошо помню. Да, тоже здесь есть единороги. Вот-вот-вот-вот-вот он появился, кстати говоря. Это он? Да, это единорог, окей. Вот так вот нам с вами повезло в первой серии, мы уже с вами увидели единорога. Да. Если кто-то его не видел, вот, пожалуйста. Показали вам единорожку. Вот такое освещение появляется, и прилетает единорог, так сказать. Мы можем его приютить, но оно нам не нужно. Нам лошади дома не нужны, я думаю, у нас кота хватает, который, наверное, так скоро проказничать будет, что ужас. Так, мы с вами просыпаемся примерно в 6 часов, потому что нам с вами нужно все успеть. Мы заедем туда в эликсиры, посмотрим, что нас там с вами ждет, и потом уже отправимся на работу, да. Мы можем с вами, кстати, на работу поехать на машине своей. Не зря же я ее купила, еще и покрасила так. Классно покрасила. Нам, кстати, нужно белье посушить, поэтому просыпайся быстрее, пожалуйста. По-моему, ты сейчас ничего не успеешь. Съешь закуску, полуфабрикат. Давай.
Ребенок, ну-ка, просыпайся. Иди тоже сходи в туалет. Мы сами на машине доедем домой. Это что такое? Ой, домой, говорю, на работу. А убрать за собой? И куда я, по-вашему, должна это деть? Угу, круто. Так, все, мы сами доедем на работу. Я надеюсь, так можно. Что нельзя-то вообще? Ребенок, ты сейчас опять не успеешь поесть у меня. Тебя сейчас опять будет ждать автобус. Ну, что ты делаешь? Мы потом отправимся на работу сами. Дайте мне сначала сюда зайти. Я очень хочу стать ведьмой, пожалуйста. Мне очень интересна эта тема. Я буду каждый день к вам приезжать, я вам обещаю. У вас так ничего не появилось, да? Ну, вы меня разочаровываете, ребята, вы меня разочаровываете. Ну что, ребятки, в принципе, я думаю, то, что на этом мы с вами закончим нашу первую серию такой ностальгии по Симсу. Да, я надеюсь, то, что вообще весь летсплей будет достаточно интересным. Мне кажется, то, что так и будет. Почему бы ему таким и не быть? Вот, давайте какой-нибудь прекраснейший кадр этого города вообще сделаем мы с вами. Я, кстати, надеюсь, что когда я фоткаю, этого всего не видно. А то как-то будет это не круто на самом деле. Вот, так что да, если вам понравилась эта серия, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий. Ну а с вами была Карина, всем удачи, до новых встреч. Всем пока, ребят.